Зал, школа и семья. Только в таком триединстве возможен результат, уверены тренеры подмосковной школы бокса. С этих позиций ведется подготовка спортсменов. Ежегодно открытие и новые имена. Один из подающих надежды боксеров – Дэнни Мадаев. Юноша приехал из Грозного, где 5 лет занимался боксом. В спорткомплекс Одинцовского кампуса МГИМО, именно здесь базируется второе отделение подмосковной школы бокса, юноша пришел вместе с братом. Этой осенью он успел выступить на турнире памяти Олега Каратаева в Москве, а затем принимал участие в чемпионате на призы Николая Хромова. Юноша провел 4 боя и стал вторым. Основные старты будут зимой, вот, февраль месяц, это первенство Московской области. Вот, поэтому у нас есть время, чтобы подготовиться. И надеемся, что вот он на Каратаеве вот стал 3-й, Хромова 2-й, а на области возможно, но мы надеемся, что он станет 1-м. Хотим вот с братом младшим попасть в сборную Московской области по боксу. Вот. Сейчас боксировал на Хромова, вот, финалист Хромова. Вот. Подмосковная школа бокса насчитывает 25 отделений. Занимает лидирующие позиции по подготовке спортсменов, кандидатов сборных команд. В этом году воспитанники школы на первенстве Европы завоевали 2 золотые, 4 серебряные и бронзовые медали. Держать марку удается во многом благодаря грамотно организованному тренировочному процессу. Важна и психологическая обстановка в зале. Ежегодно проводится анкетирование спортсменов с целью выявления конфликтов. У нас 25 отделений в школе. Каждый тренер раздает их спортсменам. Соответственно, все это происходит деликатно, потому что анкетирование, оно ни фамилии, ни имя, отчество не указывается, чтобы родители отнеслись спокойно. Кто родители сомневается в чем-либо, в деликатности мы все объясняем, для чего это направлено. Анкета направлена на то, чтобы выявить возможные конфликты в коллективах, возможные конфликты в спортивных группах. То есть вот тема нашего сегодняшнего занятия была, конечно, антитеррористическая безопасность, его профилактика. Соответственно, террор бывает внешний, мы его все знаем, это мы все предупреждаем, и тренер инструктирует ребят о том, что бесхозные предметы, посторонние люди, пропускная способность, пропускной режим внимательный и так далее. Но есть вещи, факторы, которые внутренние. То есть самая главная задача спортивной школы, и, конечно, это образование тоже касается в первую очередь, это не вырастить внутренний террор, то есть предотвратить внутренний конфликт, посмотреть атмосферу, как ребята внутри общаются, не назревается какого-либо конфликта. А конфликт может возникнуть из-за чего угодно, особенно в единоборствах. Особое внимание уделяется безопасности. Директор школы Сергей Веденский регулярно встречается с ребятами и объясняет, как вести себя в случае опасности или обнаружения бесхозного предмета. Такие беседы проводят и тренеры. Боксеры регулярно выезжают на соревнования, поэтому внимательным нужно быть не только на ринге, но и в жизни. Из ближайших спортивных событий школы – международный чемпионат по боксу, который пройдет в Королеве. Одновременно с ним состоятся молодежные соревнования «Олимпийские надежды». Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».